Вот, мы сейчас просто показываем, как это будет. Так, и мы сейчас все разобьемся по парам и, соответственно, поработаем на сухую. Вот, соответственно, мы оба встали, взяли под контроль. Коридор под контролем. Саш, иди дальше. Или встань сюда. Давайте я сзади встану. Вот. Еще под контроль. Соответственно, взяли помещение под контроль. Дальше нам нужно перемещаться. Противодействия нет. Стрелять не обязательно, прикрывая, да, своего напарника. Но в принципе потом будем разбирать противодействие. Если там кто-то стоит, можно его там, да, зажимать в этот момент. Вот. И, соответственно, договорились там, кто идет первый. Допустим, первый идет Игорь. Он проходит просто в следующую комнату по своей стороне. Когда он говорит, что он готов, он мне просто говорит «да», дает команду, я держу. Все, смотрите, он взял под контроль, дальше пошел я. Обращаю ваше внимание, ошибки основные, часто распространенные, они понятны. Особенно, когда впереди противник или опасность. Людям хочется держать под контролем, возможно, сектор опасности. И они идут и смотрят по направлению движения, держа под контролем. Всегда опускайте ствол под углом 45-30 градусов, потому что вы должны прежде всего видеть, что у вас под ногами, чтобы не споткнуться. Если вы увидите впереди движение, вы успеете вскинуть ствол, или вы успеете уйти. Вероятность того, что вы на ходу попадете, и на ходу вскинете и попадете, она примерно одинакова. Единственное, что там, так вы быстрее сможете его напугать, работая там в его сторону. А если он не испугливый, то как бы эффективность такого огня не очень высока. Поэтому при перемещении опустили привод в пол, идете, смотрите перед собой строго, периферическим зрением поглядывайте на пол, чтобы не споткнуться. Заходите, оп, зашли, взяли под контроль. Это понятно? Вопросы есть? Это немного сейчас давайте просто движение без противника. Да, мы сейчас отработаем просто перемещение без противника, потом мы отработаем перемещение с противником на одной стороне. Вопрос. Да. Вот у меня второй коллега мой движется туда. Я держу отсюда не только этот проем, а получается весь коридор. Да, если противодействия нет, ты держишь весь коридор. Принято. Соответственно, смотрите. То же самое. Я когда держу, не вот так вот. Я держу, у меня ствол смотрит на 5 метров передо мной в пол, чтобы он мне не закрывал обзор. Если начинается движение, я успею скинуть. Я должен все видеть, что происходит. Поэтому я вот держу. То есть я ушел, чтобы не торчать. Я держу. Соответственно, держу и по своей стороне, и по его стороне. Если я вижу какой-то контакт, я сразу бам-бам-бам-бам-бам, просто начинаю давить, чтобы у меня напарнику была возможность съебнуть куда-нибудь. Это понятно? Да.
Вот, сейчас, ребята, разбиваемся по парам и начинаем проходить до конца. До конца дошли и по центру назад вернулись.